На этой небольшой швейной фабрике цех по производству медицинских масок развернули буквально за неделю. Сейчас в смену здесь выпускают около 8 тысяч защитных изделий. Шьют сразу несколько видов. Привычные одноразовые и марлевые для многократного использования. На фабрике уверяют, возможность перевести работу в две смены есть. А это значит, что шить за сутки будут вдвое больше. Где надо, правительство поддержит. Может быть, финансовыми какими-то ресурсами, чтобы развернуть побыстрее производство. А это корпус инфекционного отделения 5-й горбольницы. Тут развернули госпиталь для борьбы с коронавирусом. Сюда будут направлять на лечение в случае выявления инфекции. Пока палаты пустуют. Инфекционное отделение изолировано, мы просчитываем на 40 человек. В том числе здесь же мы подготовили, вы видели, реанимационный бокс. И таких здесь будет 3. В случае увеличения притока будет задействован большой корпус больницы на 200 коек. Сейчас в крае в связи с угрозой коронавируса резко возросла потребность в антисептических средствах. На барнаульских предприятиях уже увеличили производство дезинфицирующих препаратов. Добавим, на сегодняшний день провели свыше 1000 анализов на выявление опасной инфекции. В крае ни одного случая заболевания не выявлено. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.